Идея сшить домашнего любимца меня посещала очень давно, но толчок придал конкурс, в котором я участвую. И вот, наконец, я сделала такого любимчика, в котором можно делать все, что угодно. Я попыталась наделить нашего игрушечного кота такими функциями, которые бы ребенок мой младший мог использовать вдоволь и которые не позволяют совершать с ним настоящий реальный кот. Ну, например, это, конечно, подергать за хвост. Хвост получился длинный, пушистый, шикарный, его можно щупать сколько угодно, к тому же это сделать интересно. Он наполнен и синтепоном, и бусинами, и гранулятом, и такой мех натуральный, кролик на ощупь, очень приятный. Этим ребенок уже вдоволь занимался. Кроме того, конечно же, дергание за усы. Эта функция очень востребована, как оказалось, и поэтому усы даже пришлось заменить на второй день после рождения нашей игрушки на вощеный шнур. А изначально были нитки, такие толстенькие нитки, но, как оказалось, они могут быстро истираться. И поэтому вот такое занятие очень даже пришлось по вкусу ребенку. Кроме того, можно пощупать лапки, что настоящий кот, конечно, не позволит. Здесь гранулят в пяточках, можно посчитать все пальчики, коготков здесь нет, все очень замечательно. Реальный кот обожает охотиться за насекомыми, которые залетают к нам в квартиру. И поэтому игрушечному мы также дали такую возможность, посадили ему на ухо бабочку. Он очень всех нас любит, как, впрочем, и мы его, и поэтому мы его наделили вот таким мягким розовым сердцем на кнопке. Мы его также очень любим, и поэтому сделали ему разнообразные игрушки. Например, рыбку, которую можно на кнопочке вот так прицепить на лапку, или мышку. У мышки также дергаются ножки, можно над ней вдоволь поиграть с ней. Можно поместить одну игрушку в лапки, и тогда кот вот так с ней будет обращаться. Очень крепко держать. К тому же мы его решили не оставлять голодным и сделали вот такие замечательные сосиски. Они тоже наполнены синтепоном, и в каждой находится бусинка. То есть ребенок может потрогать, поискать бусинки, поразвивать свои пальчики. Сосиски также с кнопочкой можно вручить коту в лапки. Это чудесное создание будет жить у нас вот в такой вельветовой корзиночке. Сумочкой даже можно ее назвать, можно в ней переносить котенка, он чудесно помещается в нее сидя, лежа и в любом другом положении. Но корзиночка непростая, можно корзиночку позаплетать, попереплетать, то есть тьма как бы у нас выполняет функцию еще шнуровочки, плетения. Можно ручки отстегнуть или застегнуть, поупражняться в застегивании пуговичек. А также здесь есть кнопочки для хранения наших игрушек, чтобы они не потерялись. Кроме того, используя эту корзиночку, можно поиграть в крестики-нолики с котенком или с кем-нибудь другим. Функцию крестиков-ноликов у нас выполняют рыбки и мышки. После чего фигурки можно сложить к нему в карманчик, который на застежке молнии находится вот здесь на животе у него. А можно какой-нибудь свой секретик заложить в этот карманчик. Кота мы наделили именным ошейником, застегивая который можно потренироваться в застегивании карабинчика. Такой появился у нас в доме еще один новый домашний любимец, которому все очень-очень рады.